сегодня из Москвы в Тбилиси на борту российского перевозчика S7 в Грузию и обратно слетали 226 человек. Правда, если из Тбилиси самолет был забит под завязку, то из Москвы рейс был полупустой. Пока сообщение чартерное, самолеты будут летать трижды в неделю, по крайней мере, это значится в летнем расписании, которое действует до 30 октября. Ну а что будет дальше, пока неизвестно. В самой авиакомпании S7 так далеко предпочитают пока не загадывать. И, в общем, сегодняшний чартер S7 многие уже восприняли как возобновление прямого регулярного авиасообщения между странами, но официально об этом говорить еще рано, потому что, во-первых, совместно с российским перевозчиком маршрут Москва-Тбилиси обслуживает еще и грузинская авиакомпания Эрзена. У нее столько же рейсов, но это все равно чартерные рейсы. У них, кстати, в этом году авиакомпания уже совершала прямые чартерные рейсы между Россией и Грузией. Сначала это было в апреле на Пасху. Ну а полноценное авиасообщение, я напомню, между Россией и Грузией прерывалось дважды. Сначала это было после так называемой антигрузинской кампании осенью 2006 года. Ну и окончательно прервалось оно в августе 2008 после вооруженного конфликта в Южной Осетии. Ну я про себя могу сказать, что я буквально сегодня купил билет на прямой рейс из Москвы в Тбилиси и собираюсь через неделю попробовать, каково это летать в Грузию. Но я бы на твоем месте еще все-таки отметила, за сколько ты купил этот билет. Да, билет стоил 23 тысячи рублей. Для сравнения, если бы я решил полететь в компании «Аэросвит» через Киев, это бы мне стоило только 15. То есть, в общем, напрямую, с комфортом, значительно дороже, чем на перекладных. И, кстати, вот, по-моему, с нами сейчас... Да, есть уже связь с Тбилиси, с нами на линии прямой связи. Руководитель информационной службы Первого Кавказского телеканала и корреспондент «Эхо Москвы» Екатерина Катрикадзе. Екатерина, слышите нас? Да. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я знаю, что вы сегодня встречали рейсы в аэропорту Тбилиси. Ну что говорят пассажиры, насколько важен запуск этого сообщения? Вы знаете, важен, действительно очень важен запуск, потому что очередь выстроилась огромная. Все билеты были проданы на неделю вперед. Насколько я знаю, в Москве тоже очень высокая активность. Люди, которые сегодня улетали из Тбилиси в Москву, говорили, что им, в общем-то, все равно, что там происходит в верхах. И для них гораздо важнее сегодня сесть в самолет и за 2 часа 15 минут долететь до города, где у них родственники, где у них там важные дела, где, в общем-то, многие привыкли отдыхать и работать и так далее. То есть, да, действительно, очень для многих людей сегодняшний рейс, сегодняшнее событие – это большой подарок, долгожданный. Екатерина, скажите, пожалуйста, а вот совершенно не важно, что 2,5 часа лету Москва-Тбилиси стоит столько же, сколько Москва-Нью-Йорк? Что говорят о ценах на этот чартер? Вот как раз люди, которые сегодня улетали, я спрашивала у них, насколько для них важен важна эта составляющая финансовая. Ну, почему-то особой озабоченности в людях я не заметила, честно говоря. Те, кто улетали, они были готовы платить за этот комфорт. Действительно готовы. И, видимо, у людей есть деньги. И большинство, кстати, из них были граждане Российской Федерации, потому что для граждан Грузии очень большие проблемы, да, составляет получение визы. И поэтому в основном это были граждане Российской Федерации, которые действительно были готовы заплатить эти деньги. Большое спасибо. С нами на линии прямой связи из Тбилиси была Екатерина Катрикадзе, руководитель информационной службы Первого Кавказского телеканала и корреспондент «Эхо Москвы».